Eternal Darkness, последней удачной игре Silicon Knights, не повезло с платформой. Nintendo GameCube заранее записали в аутсайдеры, и должного внимания игра не получила. И совершенно зря. Eternal Darkness была одним из самых смелых экспериментов в жанре, идеи которого повлияли на все будущие хорроры. Именно в Eternal Darkness главные герои сходили с ума прямо на ваших глазах. Именно здесь подача истории не мешала самой игре, и только здесь влияние уходило дальше лавкрафтовских романов и фильмов категории «Б». Но самым ярким воспоминанием от игры остаются, конечно, Sanity-эффекты. Eternal Darkness периодически просто издевалась над игроком, выводя сообщения об удалении файлов в момент сохранения или, того хуже, «синий экран смерти». Если осознанно переигрывать большинство хорроров прошлого сегодня вас не заставит даже ностальгия, то Eternal Darkness прекрасно играется и по сей день.